Сегодня я сделаю тайный макдак у себя в квартире! Но сыновья запрещают есть фастфуд! Придется выкручиваться! Я сделаю скрытую комнату, чтобы есть любимый фастфуд сколько захочу! Пока моих пацанов будет тренировать охотник за головами! Так точно! Хотите узнать, с чего все началось? Смотрите внимательно! Ам! Эй, Рафарио, ты че снова хомячишь? Ты реально похож на пончик! Мне плевать, я голоден! Серьезно, пап, так нельзя! Нам как называть тебя? Биг Мак Рафарио? Или, может, толстячок Рафарио? Я не толстяк, вы че? Я стройный! Слушай, пап, это реально трэш! С этого момента ты на диете! Эй, тебе запрещено! Хватит, хватит! Давай, теперь ты на жесткой диете! Быстро идем делать зарядку! Исправишься! Я не хочу! Иди, не ной! Стыдно иметь такое пузо! Фу. Давай, Рафарио, еще разок! Давай! Еще! Давай! Борис, Рафарио, ты сможешь похудеть? Ты сможешь! Это бесполезно! Слушай внимательно, папа! Теперь ты ешь только здоровую пищу! Я положил тебе помидоры, листья салата, огурцы! Выдыхай и начинай! Только не жульничай! Я отойду на секунду, а ты обязан все съесть, понятно? Вот еще бананчик! Все, ушел! Ясно. Пап, ты это ешь? Ем, и мне даже нравится. Слишком медленно, давай побыстрее. Я стараюсь. Ладно, понял. Да. Куда себе его? Может быть, здесь? Где же он, а? А после выпей сока. Натурального, понятно? Передвигайся быстро. Давай, попади в корзину. Удачи, Рафарио. Давай, резче. Прыгай. Гол! Я что, разучился прыгать, друзья? Ты че, Рафарио, не можешь попасть в корзину? Пузо помешало. Друзья, смотрите, что у меня есть. Нарушение! Правда? Так нельзя! Захотел слопать снэк, замени его ананасом. А захочешь попить, пей только воду. Что? Но я не хочу ананас. Мне просто хочется поесть чипсов. Ням-ням. Давай, Рафарио, еще немножечко. И живот исчезнет очень быстро. Ты должен продолжать бороться. Я задыхаюсь. У тебя все получится. Давай. Как жрать, так ты чемпион. А как попрыгать, так ты сразу сдаешься. Тебе не стыдно, а? Все, с меня достаточно. Это же просто позор. Ну, Биара. Ребят, я уже правда устал тренироваться. Рафарио, это мы устали. Серьезно, ты не борешься. Снова ешь чипсы и прочую дрянь. Ты даже не похудел, а наоборот поправился. Стопудово. Да со мной все в порядке. Очнись, Рафарио. Ты очень толстый. Когда встаешь перед телеком, то нам ничего не видно за тобой. А если ты сядешь на айфон, он станет айпадом. Очень смешно. Это не все. Рафарио, если тебя укусит вампир, он станет сахарным. Это неправда! Ой! Стоп! Слушайте, парни, хотите заработать деньжат? Заработать? Деньжат? Я бы не отказался! У меня для вас есть один челлендж! Сейчас вы оба свалите отсюда ровно на час, а я пока сделаю себе тайный Макдональдс! Найдете его в течение часа и получите 1000 евро! Это интересно. А если не найдем, что тогда будет? Я буду есть, что хочу. Абсолютно. И вредный фастфуд, и даже конфеты. Ладно, идем. Да, хорошо. Погнали. Стой, отлично. Нужно засечь стоп. Время. Да, сделано. У тебя всего час, чтобы сделать макдак. Все, уходим. Да, друзья, я должен победить. Погнали. Фух, Димон, нельзя проиграть Рафарио в этом челлендже. Да, он умеет делать тайные комнаты. Нам будет очень непросто. Друзья, есть один профи, который обучит нас находить тайные комнаты. Кажется, я понял, на какого профи ты намекаешь. Да, вот именно. Идем, погнали. Димон. Не забывайте, есть только один час. Но сначала сделаю ловушки. Это первое. Она их отвлечет. Они потратят время, друзья. Но это еще не все. Вторая. Очень хитрая. Их задержит эта игрушка. Спрячу под этот огромный Happy Meal. Им точно не победить Рафарио. Готово. Вот он.
Димон! О, здрасте! Это же вы, охотник за головами! Ну, допустим. Чё надо? Мы хотим у вас поинтересоваться! Да, помогите найти тайный Макдональдс нашего отца! Да! Это будет стоить больших денег. Очень больших денег. Ясно. Мне кажется, нам это невыгодно. Стас, наоборот, выгодно! Иначе мы не получим 1000 евро! Ладно, мы согласны! Эй, боец! Спасибо, давайте начинать. Ловушки есть, там наверху. Сейчас я должен найти местечко для тайного Макдональдса. Как думаете, камин подойдет? Сейчас все проверю. Отлично, да, точно. Это самое лучшее место. Я застрял. На помощь, помогите. Камин не подойдет. Живот не помещается. Буду искать место получше. Этот диван подойдет. Он очень большой. Застрять сложно. Сейчас проверю. Это ошибка. Здесь они меня очень легко обнаружат. Ладно, пофиг. Тогда поищу на кухне. Итак, первое упражнение сделает вас гораздо сильнее. Ты усёк? Да-да, усёк. Тебе все понятно? Так точно. Старайтесь изо всех сил, ясно? Да. Если у вас не получится, порву на кусочки. Все ясно? Да, ясно. Давайте уже приступать. Каждый по 100 отжиманий. Живо! Хорошо. Ладно. Сотню. Давайте, отставить разговоры. Два. Три. Дальше. Еще, терпите. Я устал. Я не могу. Хочешь, чтобы я тебя наказал? Нет. Делай. Ровно 100. Я закончил. Я сдаюсь. Итак, парни, разогрев закончился. Дальше будет сложнее. Что? Куда еще сложнее? Можете меня казнить, но я пас. У нас есть договор. Я сделаю из вас бойцов. Где же сделать? Может быть, здесь? Вряд ли. Очень мало места. А здесь? Не подойдет. А здесь? Не подойдет. А может, вон там? В духовке? Ни за что. Тут тесно. Где же сделать? Захотелось попить. И еще поесть вкусняшек. О, друзья, у меня родилась просто отличная идея. Я прямо сзади вырежу дырку и готово. Я создам Макдональдс в моем холодильнике. Как вам идея? Ну а шины ты нам нафига? Только силы недостаточно. Нужно еще отработать вашу технику. Как скажете. Огромной силы Стаса, папы, нам хватит на что угодно. И даже на меня. Ладно, я беру свои слова обратно. Окей. Что нам делать дальше? Вы должны бросить эти шины как можно дальше. Ясно. Я брошу дальше него, потому что он слабак, а еще он рыжий. Да пофиг, спорить сил нет. Ладно, я начну первым. Такой силы вы еще не видели. Где твоя сила, слабак? Еще разок, на исходную. Так точно, попытка номер 2. Стас, папа! Так бросают только девочки. Что? Это неправда, я мужик, я настоящий. Я Стас, папа, я крутой. Ладно. Теперь бросает рыжий. Хорошо. Она тяжелее, чем кажется. Димон, давай, у тебя получится. Сойдет? Нормально? Сойдет для слабака. Пофиг. Сейчас я вытащу все продукты из холодильника. Секунду. Так, быстрее. Вот так. Теперь нужно вытащить все полки. Затем надеть очки и приступить к вырезанию дырки. Очень большой. И все ради победы. Друзья, дырка в холодильнике уже готова. Это будет вход в комнату. Смотрите. Друзья, размер дырки просто идеальный. Прикольно? Здесь у меня большая тайная комната. Сейчас начну делать личный Макдональдс. Ха-ха, я выиграю челлендж, друзья. Ведь я очень-очень умный. Вам нужно будет сломать эту стену. Ведь за такой же стеной находится тайная комната. Ясно. А можно я начну первым? Можно. И раз, два... Три! Давай! Браво! Как вам? Формально-то он ее проломил. Думаете, считается? Ладно, но могло быть и лучше. Ты следующий. Сейчас Стас папа покажет вам, как нужно ломать стены. Смотрите. Давай. Сейчас. Два. Один. Пошел!
Вы видели? Давай, пока! Стас, папа! Сиу! Браво, браво, ты крутой! Ну а теперь вас ждет самая сложная тренировка. Но не для меня! Друзья, рад видеть вас в моем личном тайном Макдональдсе! Но я кое-что забыл. Да, я же забыл заказать сюда еду! Макдак есть, а еды нету! Один момент. Это Макдональдс? Сделайте доставку! Да, да! Срочно! Но как еще? Отлично! Все, друзья, привезут! Только прежде чем ее привезут, я сделаю один крутой пранк! Всем пранкам пранк для Стаса и Димона! Поехали! Вот эти два арбуза! Головы вашего папаши! Вы обязаны их разбить! Но это же наш отец, и мы не желаем ему смерти! Да, люди культуры! Да. Сейчас он вам не отец, он ваш злейший враг! Забудьте о жалости, или вы выиграете челлендж, или проиграете деньги! Так точно! Охотник прав, мы должны выиграть! Победим любой ценой! Давайте! Ладно, удачи! Надо уступать! Давай! Разбей этот арбуз, разбей башку! Смелее, Димон, я верю в тебя! Это ради 1000 евро! Круто, Димон! Вы согласны? Наконец-то рыжий меня порадовал. Вам это понравится, клянусь своим пузом. Этот пранк просто жесть. Тут внутри слабительное, реально мощное. Я его залью внутрь тортика. Не хочется, ведь я обожаю торты. Не могу, но придется. Я же хочу их задержать. Смотрите, дело пошло. Давай, давай, давай. Еще. Отлично! Я оставлю им записочку. Простите, угощайтесь. Готово. Туалет закрыт. Они съедят тортик, но не смогут сбросить лишнее. Побегу в свою тайную комнату. Моя очередь, верно? Да, давай. Так, Рафарио, знай, ты попал. Деньги решают все. Люблю тебя, но и ненавижу одновременно. Пока, лузер Рафарио! 1000 евро наши, верно? Бум! Бум! На! Стас, папа! Браво, парни! Теперь вы точно готовы к войне! Спасибо. Итак, наденьте эти жилеты. Ого! Браво! Мы с тобой стали такими же охотниками! Спасибо за все! Это было круто! Рафарио, бойся! Мы уже идем к тебе! Спасибо большое! Я буду гордиться этими мужиками! Опа! Здравствуйте! Приветствую! У вас вечеринка? Повеселитесь на славу! О чем это ты? Ваш заказ не для вечеринки! Ты че? Это только для меня! Чтобы я делился едой! Друзья, теперь я лезу внутрь! Только взгляните! Моя жизнь прекрасна! Я ем в личном тайном Макдональдсе! Ем что хочу! До отвала! Смотрите! Обожаю! Ага, вкуснятина! Ну, это прям божественно! Час прошел, друзья! Сейчас мы зайдем внутрь и найдем Рафарио! Согласен! Мы, охотники за головами, моментально его отыщем! Стопудово! Рафарио, мы дома! Бойся нас! Биг Мак Рафарио, выходи! О, там стоит тортик, но откуда? Странно. Друзья, я слышу голоса. Пришли Стас и Димон, без паники. Их ждут ловушки. Смотри, записка. Написано явно рукой Рафарио. Давай-ка взглянем. Простите, угощайтесь. Испугался. Значит, этот тортик для нас. Будет вкусно. Ах ты, Рафарио, хочешь договориться, но не выйдет. Торт съедим, и все равно тебя отыщем. Да, у нас есть час. Поедим и продолжим. Мы же его из-под земли давай, достанем. Давай, давай. Так, опа. Офигенно. Иногда я понимаю, почему он так любит сладости. Все, хватит, пошли искать комнату. Давай. Я наелся. Пошли искать, не будем терять время. Его нигде нет. Рано или поздно продукты. Все равно его тут отыщем. Он не поместился. Я предлагаю посмотреть давай. Наверху. Отлично, картошечка. И кока-кола. Димон, нам необходимо разделиться. Ты иди направо, а я пойду налево, ладно? Отличная идея. Что-то у меня живот прихватило. Опа, странная вечеринка. Что за яркие статуи? Наш Рафарио явно что-то задумал.
Может быть, он здесь? Нету. Возможно, он рядом. Тут тоже пусто. Может, под диваном? Не, никого. Какой же я глупый, друзья! Это ловушка, стопудово! Рафарио, тебе конец! Бум! Бум! Я! Меня обманул Рафарио! Но я ему отомщу! И мы выиграем деньги! А он больше не будет жрать в Макдональдсе! Опа! Кажись, Стас что-то сломал. Впрочем, не впервой. Пофиг, здесь-то я в безопасности. Биг Мак Рафарио, я пришел! Что здесь делает этот Хэппи Мил? Друзья, наверняка он спрятался там. Сейчас испугаю. Раз, два, три. Опа! Что? Игрушка? Смешной авокадо? Записочка. Рафарио равно Макдональдс. Лузеры равно фрукт. То есть мы лузеры, потому что едим фрукты? Че? Отец точно рехнулся. Все, он пожалеет. О, живот. О, так, у нас время на исходе. Пойду искать дальше. Друзья, сейчас покажу, что внутри Хэппи Мил. Там же всегда много-много вкусняшек. Распаковочка. Осторожненько. Так, отлично. Итак, друзья, здесь находится вкусная картошка. Залетай. Еще тут лежит один бургер. И игрушечка. Что это? Откроем и узнаем. Ты куда идешь? Ничего, ты нашел Рафарио, Димон! Нет, я не нашел, Стас! Отец, будто испарился! Время на исходе! Дом мы обыскали, осталось проверить во дворе! Слышь, Рафарио, мы скоро тебя найдем и выиграем денежки! И больше ты никогда не будешь обжираться! Точно! Короче, это книжка, очень красивая. Жалко, что я читать не умею. Но я обязательно научусь, даю слово. Теперь поем. Здесь его нет! Что? А вот и наш Рафарио, видимо, считает, что отлично спрятался! С победой, бро! Ха-ха-ха-ха! Рафарио, гони бабки! Что? Какого фига? Это явно не Рафарио! Это чучело! Точно! Он нас пранканул! Вот же гад! На! А мы все ведемся! Димон, зачем ты это сделал? Да у меня живот скрутило! И у меня тоже придавило! Чур, я первый в туалет! Нифига! Пропусти! Я же первый! Пропусти! Я первый! Отвали! Это отвали! Не смешно! Он заперт на ключ! Только не это! Я сломаю эту дверь, чтобы не обкакаться! Скорей, скорей! Как нас учил охотник, друзья! Да. Раз, два! Есть! Я стой! Первый! Уже садись! Стой, стой, стой! Мне нужнее! Отстань! Отстань! Я уже начал! Ты можешь потерпеть, я знаю! Знаю! Простите! Опа! Слышу, что Стас и Димон в туалете! А тортик-то сработал! О, это было так эпично, Димон! Да, максимально! О, друзья, время заканчивается. Скоро я выиграю челлендж. Вздремну немного. Кроме унитаза, пришлось использовать ванну, иначе было бы хуже. Это точно, но мыть ее будешь ты. Да пофиг на ванну, осталось 2 минуты. Мы проиграли эту войну, чувак. Да, это факт, к сожалению. Все, не видать нам нашей 1000 евро. Стас, время еще есть, может поборемся? Димон, это ты храпишь? Как я могу храпеть? Я же не сплю, я бодрствую. Да, ты прав, откуда храп? Где-то примерно в этом районе. Да, прислушайся. Стас, а ты проверял вот здесь? Зачем? Он туда не смог бы поместиться. В этом-то его коварство. Последняя попытка. О, его тайная комната. Рафарио, подъем, выходи немедленно. Ой, что за жесть? Я видел сон, где меня съел огромный бургер. Сажусь на диету, буду стройным и красивым. Уже скоро. Отлично, 1000 евро нашей.